Всем привет! В этом видео поговорим о блокировке YouTube и как ее обойти. Сейчас YouTube еще работает, но есть очень много каналов на YouTube, которые уже заблокированы и которые нельзя посмотреть. И если вы привыкли к этой платформе, то есть очень много обходных путей, скажем так, которыми можно будет воспользоваться, чтобы в дальнейшем смотреть каналы YouTube, просматривать видео контент, пользоваться информацией которые предоставляют различные каналы и блогеры. В общем, если у вас что-то случится с доступом к YouTube, то вы будете пользоваться. Точно так же, как и пользовались до этого, просто нужно сделать некоторые действия. Я покажу самый простой способ, которым я пользуюсь, ну а вы уже решите для себя, нужно вам это или нет. Смотрите, чтобы пользоваться заблокированным контентом, нужно всего-навсего установить себе на телефон VPN. Для тех, кто не знает, можете загуглить это. Если своими словами, то вы подключаетесь не к своему провайдеру, а через какую-то другую страну. И потому у вас разблокируется все то, что вам нужно. Смотрите, и самый простой способ, это, конечно же, зайти в наш Play Market. Здесь в поиске пишите слово VPN. Можно на русском, можно на английском. И вам находит множество программ различных. В принципе, практически все они работают. Я, допустим, пользуюсь программой Secure VPN. Значок вот так выглядит. Она уже у меня скачанная. И сейчас я покажу просто ее в работе, чтобы вы понимали. Я пользуюсь бесплатным доступом. Из минусов это, конечно же, реклама, которая постоянно выскакивает. И немного ниже скорость, нежели через обычное соединение. Но все в принципе работает, все отлично. И все главное, что бесплатно. Давайте найдем на рабочем столе вот этот значок, запускаем его. Здесь идет автоматическое определение скорости и автоматически находится лучший сервер. Дальше вам нужно просто нажать на авто и вверху выбрать верхний сервер. У вас идет подключение. Ну, как вы видите, выскочила реклама, нужно будет подождать. Закрываем ее. И вот он у меня уже подключен VPN и вверху справа отображается значок VPN. Значит, что здесь еще есть? Смотрите, здесь есть справа абсолютно бесплатные сервера, здесь различные страны, здесь скорость ниже, здесь будет реклама, но это все бесплатно. Для тех, кто побогаче, есть раздел VIP-серверы, здесь другие страны указаны, и здесь будет максимальная скорость и без рекламы. То есть вот такой VPN очень простой и в то же время рабочий. И если вы зайдете в свои стандартные настройки, здесь прописываете слово VPN. Вот после установки этого приложения вам будет доступна такая настройка. И здесь указано ваше приложение, которое вы скачали. Здесь просто можно одним нажатием все это отключить. Если вы скачиваете несколько программ, то у вас здесь будет указано несколько программ. То есть все довольно просто. Когда вам нужно будет что-то просмотреть, вы ее включаете и пользуетесь. Если не нужно, то отключаете. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч.